اللهم Allah'ınla şunu yaz. Yılgamız burada olsun yetiştir Allah. Amin. Bize karşı programla sen Allah'ınla. Düşün ki kudretin bu. Bize düşünü çakmayın. Amin. Fatiha. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بركة بجي موسم الله شاء الله آمين يا رب الله أكبر السلام عليكم уважаемые участники третьего гражданского форума представители муниципальных образований сельских общин равнинных и предгорных территорий Республики Дагестан на форум приглашены были 250 человек. Вот где-то 180 присутствует. Может, еще подойдут. А вот наличие, вот количество людей нам позволяет работать, начать свою работу. Разрешите объявить форум открытым. В нашей работе принимает участие ученые, аграрии, известные в республике, работники, специалисты агропромышленного комплекса, главы муниципальных образований районов, глава администрации сельских муниципальных образований и представители, депутаты представительных органов. Среди нас представители общин, Национального совета кумыков, общественных совет организаций сплоченности, местных общественных организаций, джамаатских советов, советов старейшин, общественных вот, палат районов, это новые организации. Если не везде еще будет, значит, вас. Уважаемые участники форума, в целях организованной работы предлагается утвердить следующий регламент. Форум провести в один день. В течение 2 часов. Доклад 20 минут. Выступающим в пределах 7 минут. Для справки 3 минуты. Есть другие предложения? Нет. Ставлю на голосование. Кто за то, чтобы принять этот регламент работы, прошу поднять руки. Спасибо. Регламент форума принят. Уважаемый участник форума, в соответствии с этим регламентом мы должны образовать рабочие органы. Президиум, секретариат, редакционную комиссию и счетную группу при открытом голосовании. О президиуме форума. Гражданский форум представителей муниципальных образований и сельских общин равнинных и предгорных территорий Республики Дагестан решает утвердить президиум форума в следующем составе. Вагидов Вагид Абдулмеджидович, председатель оргкомитета по подготовке проведения форума. Алкулычев Алкулыч Магомедович, доктор экономических наук, профессор, член экономического совета при главе Республики Дагестан. Залибеков Залибек Гаджиевич, доктор биологических наук, профессор. Какие еще будут предложения? Этот порядок вот этих рабочих органов установлен оргкомитетом. Принят. Поступил предложение принят. Надо голосовать? Не надо, спасибо. А секретариате форум? Теперь минуточку. Алкулычев и Зарбеку я прошу подняться за стол президиума. Залибек Гаджиевич, пожалуйста, представь секретариат. Образовать секретариат форума в следующем составе. Алханаджиев Абил Алханович, Дадаев Сарачдин Дадаевич, представитель общественного комитета Анжи, Насрулаев Абсупен Абукарович, представитель общины Таркин. Какие есть предложения? Если согласны,
Ставлю на голосование. Или чтобы ускорить не надо время трат на голосование. Если согласны, будем считаться, что секретариат избран. Давай дальше. А образовать редакционную комиссию в следующем составе. Вагидов Вагид Абдулмагомедович, председатель оргкомитета по подготовке проведения форума. Алкычев Алкыч Магомедович. Зальбеков Зальбек Гаджиевич. Сулейманов Зайнутдин Имамутдинович, председатель правления Дагестанского регионального союза общественных организаций. Спасибо. Есть дополнение предложений? Нет. Ставлю на голосование. Редакционную комиссию давайте проголосуем. Кто за то, чтобы принять вот эту редакционную комиссию, изложенную в форме, прошу поднять руки. Спасибо. Большинство. Пожалуйста, теперь пора за счетную комиссию. Избрать счетную группу для подсчета голосов при ответе голосования в следующем составе. Гаджирасулович, руководитель молодежной организации Тарки. Бабаев Мурат Мирахпашаевич, представитель общины Кехулей. Булат Абухасумович, член местной общественной организации Альбрикет. Есть дополнение или изменения? Нет. Тогда будем считать, что счетная группа принята. Переходим к принятую повестку дня. Повестка дня, два вопроса у нас. Проблемы использования земель сельхозназначения в Республике Дагестан. Первый, второй вопрос организационный. Есть и другие предложения? Это вопросы тоже обсужденные, установленные на совете Кумухал. Разные не бывают? Разные нет у вас? Разные будут. Мы его не планируем, будет здесь, я слышу, им слово дадим. Будут. Прошу проголосовать за повестку дня. Кто за? Спасибо. Есть против кто? Не вижу. Спасибо еще раз. Уважаемые участники форума, напоминаю, что вопросы докладчика, заявки на выступление подаются в письменном виде секретаря. Секретаря, где вы сидите, еще мы не знали. Айбула. Если подойдет, то не знаю. Просьба выступающим, не забудьте передать свои тексты выступления. Секретариат может определить. Прежде чем приступить к повестке дня, позвольте напомнить о том, что на съезде народов Дагестана в декабре 2010 года среди актуальных проблем назвались неурегулированность земельных отношений. В мае 2012 года на съезде Народного собрания говорилось о смягчении ограничений на приватизацию земли и введении частной собственности на земли сельхозназначения. Хотя знали, что на референдуме в 1993 году 80% населения республики отклонили данную форму введения владения землей. Исходя из этого, из того, что этот вопрос особой значимости, в 2012 году провели первый гражданский форум. Материалы форума были направлены своевременно руководителям республики. А мы получили ответ в 2013 году, это июль 2013 года. Что вот в ответе там написано, что на приватизацию земельных участков, земель сельхозназначения наложен мораторий до 2052 года. Недавно, не очень давно, тоже где-то в апреле мы обращались к президенту, поручил он министерство, как он называется, вот это управление имущественных отношений, они тоже такой же ответ дают, что на 49 лет мораторий. Несмотря на это,
вопрос купли-продажи в различной такой форме муссируется. Говорят, что готовят дорожные карты. По узаконению вновь возведших населенных пунктов на равнине, на земли, которые были представлены хозяйством горных районов. И создание там муниципальных образований. И структуры управления землями от животноводства. Мы думаем, что это приведет, может привести изъятие отгонных земель у жителей равнины. Если такое случится, то повредит всем, в том числе и сельхозпредпринимателям, которые потеряют или лишаются всех условий рентабельной работы на земле. Мы исходим из того, что землю продавать нельзя и создавать конфликтные ситуации тоже. Надо найти пути взаимоприемлемых решений. Выступающих призываю говорить по теме и своей точки зрения высказывать спокойно, не переходя на личности, вдумчиво подойти при принятии итогов документа. Уважаемые участники форума, в повестке дня вторым пунктом стоит организационный вопрос. У меня есть предложение, чтобы на вопрос о земле больше времени конкретно заниматься, это быстро закончим, небольшие вопросы. Тут стоит вопрос о выборах в состав общественных советов кумыков. И второй о выборах заместителей председателя общественного совета. Есть предложение эти вопросы рассмотреть. Первым. И хочу вас информировать. На первом гражданском форуме декабря 2012 года говорилось, что для ведения системной работы необходимо образовать постоянно действующий орган гражданского форума. Совет. Тогда избрали 12 человек. С оговоркой уточнить название и провести выборы. И разработать положение. Эти вопросы в апреле 2013 года на общем собрании, где присутствовали более 2000 человек, рассмотрены. Дополнительно тогда были избраны в совет 8 человек. Вот сегодня согласованные две кандидатуры. Это преподаватели вузов, они подойдут. Чтобы не ждать, может, тоже в Куличами, с ними договоренность такая есть. Как подойдет, может, я вам скажу, чтобы увидели. И, может, даже знаете. Это вот Султан Мурадов Аграгим Магомедович, заведующий кафедрой литературы народов Дагестана. И Казиханов Адильхан Магомед Тагирович, доктор экономических наук, профессор ДГУ. Они сейчас позвонили, завершают это свои лекции, подойдут. Есть у вас предложение? Подождем их или проголосуем? Спасибо. Тогда ставлю на голосование. Вместе или отдельно будем это голосовать? Тут, кто за то, чтобы Султан Мурадова Агарага Магомедовича, Казиханова Азельхана Магомедовича избрать в состав кумык халксовета, прошу поднять руки. Спасибо. Большинство. Уважаемые участники форума, кумык халксовета по полностью насчитывают уже 22 человека. Надо утвердить этот состав. У нас сейчас происходят ротации, изменения. И я думаю, наверное, не мешает, если мы сегодня утвердим вот этот кумык халксовета, количество 22 человека. Если не возражаете, я ставлю на голосование. Кто за то, чтобы утвердить состав халксовета? Вот я назвал 22 человека. Прошу поднять руки. Спасибо. Уважаемые участники форума, переходим к избранию заместителей председателя халксовета.
На ваше рассмотрение предлагаю кандидатуру Афанасьева. Эти люди, наши товарищи, они с самых первых дней активно участвуют в работе Совета. Какие будут предложения? Спасибо. Предложение поступило поддержать. Ставлю на голосование. Кто за избрание Алханаджиева и Валиева заместителем председателя Мухавсовета, прошу поднять руки. Прошу опустить. Спасибо. Алханаджиев и Валиева приглашаю за стол президиума. Уважаемые участники форума, переходим к вопросу повестки дня. Проблемы использования земель сельскохозяйственного назначения в Республике Дагестан. Слово для доклада предоставляется доктору экономических наук, профессору, члену экономического совета главы Республики Дагестан, при главе Республики Дагестан, Алкылычеву Алкылычу Магомедовичу. Пожалуйста, Алкылыч. Спасибо, уважаемый председатель. Уважаемые участники и делегаты гражданского форума, вашему вниманию предлагается доклад на тему состояния и перспективы использования земель сельскохозяйственного назначения в Республике Дагестан. Дагестан – многонациональная интернациональная республика в составе Российской Федерации. Исторически в Дагестане сложился такой тип экономико-хозяйственной жизнедеятельности, когда горы были плотно привязаны к равнине, и наоборот, горные территории были эффективной базой, хозяйственной базой животноводства в весенне-летний период для жителей равнины. Жители равнины и предгорья имели не меньше земли в горах, летних пастбищ, яйлыгов для овцеводства, другой земли для сенокосов, чем на равнине. Сегодня ситуация коренным образом изменилась. Земли огромного животноводства должным образом не используются ни в горах, ни на равнине. В январе 2015 года в своем послании Народному собранию Республики Дагестан глава республики еще раз отметил: Дагестан – аграрная республика, развитие агропромышленного комплекса – один из наших главных приоритетов. В республике остро стоит проблема эффективности использования земель сельхозназначения, важнейшего ресурса нашей экономики. Земля должна работать, кормить людей, приносить доход. Неэффективное и нецелевое использование земель сельскохозяйственного назначения, в том числе земель огородного животноводства, стало массовым явлением, и с этим злом надо бороться всем миром. Особенно это касается КУПов, МУПов, крестьянских фермерских хозяйств и так далее. Трудно не согласиться с этой позицией главы республики. Ситуация, сложившаяся в Хасаюртовском, Кизилюртовском, Бабаюртовском, Кумтаркалинском, да и в других районах, где имеется земля огородного животноводства, удручающая. И основная вина, как показывает время, ложится в этом вопросе на государство, на руководителей республиканского уровня, а не на людей и рядовых тружеников. Безграмотная, а порой и волюнтаристская, недальновидная, шапкозакидательская, типа «дадим стране угля» политика партийно-хозяйственного руководства до СССР в свое время, усугубилась развалом СССР и трудностями бесконечного, по крайней мере, если по Дагестану судить, переходного периода к лучшему будущему. Сегодня в республике активно идут процессы выстраивания гражданского общества. Согласно Конституции Российской Федерации, одним из основных институтов гражданского общества выступает местное самоуправление. Именно местное самоуправление предоставляет широкие возможности для участия граждан в политической, социальной и экономической жизни страны. Между городскими и сельскими муниципальными образованиями существуют различия, обусловленные различиями в форме расселения, уклада жизни и, главное, с доминантой сельскохозяйственной направленности экономической деятельности на селе. И основным объектом осуществления сельскохозяйственной деятельности на селе выступает земля. В связи с этим проблема эффективного использования земель сельскохозяйственного назначения выступает здесь краеугольным камнем всех производственных отношений. От их состояния и эффективности принимаемых по ним решений зависит благополучие не только жителей села, но и перспектива обеспечения продовольственной безопасности и региона, и страны в целом. В статье 12 Конституции Российской Федерации записано: «В Российской Федерации признается и гарантируется местное самоуправление».
Местное самоуправление в пределах своих полномочий самостоятельно. Органы местного самоуправления не входят в систему государственных органов власти. Таким образом, данная статья Конституции Российской Федерации предопределяет, что местное самоуправление – одно из проявлений народовластия, предполагающее самостоятельную деятельность, непосредственно или через органы местного самоуправления, по решению вопросов местного значения, исходя из интересов населения, исторических и иных местных традиций. Будучи существенным выражением народовластия, местное самоуправление составляет одну из основ конституционного строя Российской Федерации. В Российской Федерации местное самоуправление не только признается, но и гарантируется органами власти Федерации и ее субъектов, причем гарантии местного самоуправления могут быть общеполитические, морально-этические, а также более конкретные, экономические, юридические, организационные. Значит, все эти позиции отражены и в Конституции Республики Дагестан. Тоже признается местное управление и все полномочия, связанные с органами местного самоуправления. И также подчеркнута их самостоятельность, и что они, значит, не входят в систему органов госвласти. Более того, согласно статье 5 Конституции Республики Дагестан, Республика Дагестан гарантирует права коренных народов и национальных меньшинств в соответствии с общепризнанными принципами и нормами международного права и международными договорами. Республика Дагестан признает и уважает национально-культурную и историческую самобытность народов Дагестана, создает условия для сохранения и развития культурных и исторических традиций народов Дагестана. Каждому из народов Дагестана гарантируется равное право на защиту жизненных интересов на конституционной основе. Значит, как мы видим, законодательные акты и Конституция Российской Федерации, и Конституция Республики Дагестан провозглашают приоритеты местного самоуправления на территориях своих административных образований. А где же мы сталкиваемся с нарушениями Конституции Российской Федерации и, соответственно, Конституции Республики Дагестан в части местного самоуправления? А сталкиваемся, когда доходим до закона Республики Дагестан об обороте земель сельскохозяйственного назначения и закона Республики Дагестан о статусе земель отгонного животноводства в Республике Дагестан. Рассмотрим ситуацию, сложившуюся с сельхозземлями у нас в республике, и в частности с землями отгонного животноводства. В статье 1 закона Республики Дагестан о статусе земель отгонного животноводства в Республике Дагестан, которая называется понятие земель отгонного животноводства, прописано: земли отгонного животноводства относятся к собственности Республики Дагестан и имеют особый статус. Управление и распоряжение землями отгонного животноводства осуществляется правительством Республики Дагестан или уполномоченным им органом. Значит, еще есть такое указание. В специальный земельный фонд Республики Дагестан включаются высвободившиеся земли отгонного животноводства, а также земельные участки, выступающие в этот фонд. В случае приобретения Республики Дагестан право собственности на земельный участок по основаниям, установленным федеральным законодательством и законодательством Республики Дагестан. В статье 3, опять-таки четко и непонятно почему, нарушение всех принципов федерального устройства РФ, как известно, по своей конституции, образованной по территориально-национальному принципу, указано: земли отгонного животноводства относятся к собственности Республики Дагестан и имеют особый статус. Управление и распоряжение землями отгонного животноводства осуществляется правительством Республики Дагестан или уполномоченным им органом. Эти две статьи грубейшим образом нарушают положение и Конституции Российской Федерации, и Конституции Республики Дагестан, и федерального закона номер 131 о общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации. В статье 3 закона мало того, что нарушается законодательство Российской Федерации и другие законы Республики Дагестан, тут же нарушается и сам закон о статусе земель отгонного животноводства. Вот, ну, на практике нарушается, я имею в виду. Вот в статье 3 данного закона записано: земли отгонного животноводства являются собственностью Республики Дагестан, имеют особый статус и не подлежат приватизации. Здесь, ну, приватизации не подлежат, но все время будоражится этот вопрос на всех уровнях, особенно пытаются его пропихнуть через Народное собрание. 8 поправок в Народное собрание, намечается 9-е, на днях они хотят еще раз, значит, протащить решение по этим землям. Здесь задумываешься над двумя моментами. На каких основаниях республика не возвращает эти освободившиеся земли хозяевам, муниципалитетам равнинных районов, непонятно. И во-вторых, в
данной редакции закона четко указано, что земли отгонного животноводства не подлежат приватизации. Следующий момент касается финансовой составляющей вопроса. Ведь земля – это объект хозяйствования, и, естественно, здесь мы видим нарушения, связанные с бюджетной базой муниципалитетов, нарушения, связанные с налоговым кодексом Российской Федерации. Значит, 6 июня 2014 года вносится очередное изменение в редакцию закона о статусе земель отгонного животноводства. Статья 9. Доходы от уплаты арендной платы за земли отгонного животноводства поступают в республиканский бюджет Республики Дагестан. Часть 3, статья 9. Здесь мы видим уже нарушение и бюджетного кодекса, и налогового кодекса РФ, так как при таком положении вещей муниципалитеты лишаются единственного независимого источника финансового наполнения своего бюджета. Ну, земельного налога, будем его по-старому называть. То есть, если судить по букве закона, все, что имеет место быть на землях отгонного животноводства, это грубейшее нарушение всего и федерального, и республиканского законодательства, в том числе и самого закона Республики Дагестан о статусе земель отгонного животноводства Республики Дагестан. Именно руководство республики ответственно за тот бардак с землями отгонного животноводства, который мы сегодня имеем. Следующий момент касается, значит, постановления правительства республики, принятого 25 июня 2014 года. Это вот последние документы, которые, значит, постепенно, поэтапно внедряются по отторжению этих земель от муниципалитетов. Называется это постановление о порядке предоставления земельных участков из земель отгонного животноводства, рассмотрение ходатайств о строительстве жилья для работников организаций, осуществляющих деятельность в сфере отгонного животноводства, производственных построек капитального характера и закладки многолетних насаждений на землях отгонного животноводства. Здесь это постановление нарушает не только федеральный закон о земле, но и закон Республики Дагестан о земельных отношениях в республике. Одной рукой они принимают закон, другой рукой его нарушали, нарушают и намерены нарушать. Создано территориальное управление народным образованием отгонного животноводства. Это в законе, в котором прописано, что нельзя строить ни одну капитальную постройку на этих землях. Затем на федеральные деньги там прокладываются асфальтированные дороги, строятся больницы, школы. Фактически получается, что власти Республики Дагестан вместо наведения порядка и наказания виновных поощряют нецелевое использование и вывод земель из их сельскохозяйственного назначения. Вот на это и указывает глава Республики Дагестан, когда говорит, неэффективное и нецелевое использование земель сельскохозяйственного назначения, в том числе земель отгонного животноводства, стало массовым явлением, и с этим злом надо бороться всем миром. Если я временный квартиросъемщик и снимаю, это уже мои слова, не говорю. Если я временный квартиросъемщик и снимаю комнату у частного домовладельца, это же не значит, что я имею право построить у него на участке дом, 2-3 раза превышающий домовладение самого хозяина, собрать там половину своего тухума и жить там припеваючи, не платя хозяину ни рубля. Я имею в виду тут под домовладением хозяина дома и двора участка конкретного, значит, местный муниципалитет. Что за нонсенс? Ну, я не понимаю, возможно такое так. Сколько можно осуществлять политику национального протекционизма, в том числе, я не буду тут в этноцид, туда-сюда, в политику уходить глубоко, но в том числе и на уровне экономического и финансового протекционизма. Я тут не касаюсь того, как распределяется у нас бюджет по районам. Если мы посмотрим маленькие районы республики, куда перечисляется сколько денег, и посмотрим большие районы по численности населения, куда перечисляется сколько денег. Эта разница здесь вообще будет смехотворна. Не хочу отходить от темы нашей. На днях Народное собрание собирается вводить и единогласно принимать очередное изменение в пресловутом законе о статусе земель отгонного животноводства в Республике Дагестан. Допуская нарушение и земельного кодекса Российской Федерации, и Земельного кодекса РД, и закона Российской Федерации об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации. Наверное, им уже пора определиться раз и навсегда с этим законом, и чтобы постоянно не вносить в него изменения, на самым лучшим их решением, наверное, будет закон этот отменить, как противоречащий земельному законодательству и Российской Федерации, и Республики Дагестан,
и вернуть эти земли своим хозяевам, местным муниципалитетам, на территории которых они находятся, как и положено согласно федеральному закону номер 131 об общих принципах организации местного самоуправления Российской Федерации. Значит, тут еще такой момент есть. У нас вот уже полные 4 года, как принят закон Республики Дагестан в 2010 году, в декабре, о горных территориях Республики Дагестан. Принят, как говорится, без сучка и задоринки. Его каким-то образом тогда надо наполнить содержанием, то есть людьми. Если мы сегодня дадим добро на приватизацию земель сельскохозяйственного назначения на равнине, если мы узаконим на землях отгонного животноводства незаконные капитальные постройки и незаконное капитальное строительство, мы окончательно обезлюдим наши горы. Тут у меня приведен анализ, я не буду его подробно зачитывать, вкратце скажу, значит, по всем показателям горные территории и по площади, и по, значит, территории, и по, значит, остальным показателям не уступают, по экономическим я имею в виду показателям, не уступают равнинным, значит, районам. По сельскому хозяйству, если смотреть, по некоторым позициям, даже по растениеводству, если смотреть, значит, 43 с чем-то процентов идет по горным территориям, 50 с чем-то идет. Вот единственный показатель, который доминирует внизу. Это при том, что горные районы у нас фактически не населены. Вот смотрите, 4 района населения, это от 10 тысяч до 12 тысяч. Это наше одно селение внизу большое. Агульский, Кулинский, Лакси, Чародинский районы. Если это переселение не прекратить, там эти районы ликвидируются автоматически. Также по остальным районам от 15 до 25 тысяч в 9 горных районах и так далее. Но по земельным ресурсам, я вам скажу, они превосходят намного равнину, на сегодняшний день по крайней мере. Площадь земельных ресурсов на душу населения по горным территориям составляет 4,2 гектара на человек. По республике 1,7 гектара. Пожалуйста, показатель. Значит, рассматриваем. Ну, в общем, потенциал горных районов у нас можно использовать, и его надо наполнять людьми. Тем более, если учитывать то, что сейчас строятся хорошо дороги там, многие села уже, некоторые села уже газифицированы, и программа стоит газификации и так далее. То, что касается непосредственно наших районов. Ну, вот такое небольшое резюме хочу сделать. В своем последнем послании Народному собранию глава Республики Дагестан Рамазан Аблатипов также потребовал скорейшего решения проблемы жителей населенных пунктов, расположенных на отгонных землях, призвав перестать над ними издеваться. Конечно, понятна обеспокоенность глава Республики об отгонниках, но как быть с этими нарушение закона, намеченными к узаконению администрациями, которые как бы появились из воздуха, а не светлыми, власть придержащих, с грубейшими нарушениями российского и даже дагестанского, ранее принятого и постоянно меняющегося в угоду отдельных лиц, или пусть даже будет и сообществ, законодательства, запрета на капитальное строительство, строительство поселений на землях сельхозназначения, которыми являются и земли отгонного животноводства. Нельзя решать искусственно созданные проблемы одних за счет ущемления законных прав ни в чем невиновных других. На землях отгонного животноводства, где по закону нельзя строить никаких капитальных объектов жилья, выросло почти 200 населенных пунктов. Мало этого, руководство республики все эти годы тратило и тратит много средств за создание условий жителям незаконных поселений на землях отгонного животноводства. В то же время для населения местных муниципалитетов, где расположены незаконные поселения, не выделяются ни сотки земли под индивидуальное строительство, не строят ни типовых школ, ни нормальных медпунктов, не говоря уже о больницах, не помогают с вопросами водоснабжения, газификации и так далее. Вот на днях мы наблюдали картину, когда, значит, на землях отгонного животноводства открывают, пускают газ, а рядом расположено, на незаконное, между прочим, поселение, а рядом расположено такое крупное село в Бабайтовском районе, как Тамаза-Тюбе, которое сидит без газа вот уже сколько лет. На каком основании нарушался с молчаливого согласия руководства республики и сейчас должен быть нарушен прописанный в законе о статусе земель отгонного животноводства статус этих земель? Раз вы уже приняли этот закон, будьте любезны его соблюдать. В Дагестане, где сельскохозяйственные земли всегда были в дефиците,
Без учета интересов местного коренного населения, существующего де-факто в границах конституционно закрепленных территорий своих районов, директивно-административными решениями сверху навязывать создание новых муниципальных образований законодательно недопустимо. Принятие столь судьбоносного решения властями Дагестана без каких-либо общественных слушаний на местах с участием всех заинтересованных сторон недопустимо и опасно своими однозначно возникающими взрывоопасными последствиями. Тем более и закон на стороне равнинных муниципалитетов. В федеральном законе номер 131 о общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации четко расписаны не только обязанности, но и права местного населения. И там четко определено, что земли должны быть возвращены на баланс местных муниципалитетов. Никто не спорит, и эта проблема не вчера появилась, на ней бьются и ученые, и экономисты, и правоведы, и аграрии, и общественники. Проблемы незаконных поселенцев надо решать. Конституция и Российской Федерации, и Республики Дагестан дает им равные права со всеми гражданами нашей республики. Однако ни в коем случае нельзя узаканивать задним числом имеющиеся нарушения закона, допущенные при полном попустительстве государственных властей Республики Дагестан. Это прецедент, который может иметь тяжелые последствия. Какие выводы можно сделать из вышепроведенного анализа ситуации по землям сельскохозяйственного назначения и в частности по землям отгонного животноводства? Первое. Вопрос по переводу земель сельскохозяйственного назначения в частную собственность снять с рассмотрения как несоответствующий законодательству Республики Дагестан. Второе. Отменить все нормативные акты, касающиеся использования земель сельскохозяйственного назначения, принятые с нарушением законодательства Республики Дагестан. Третье. Все земли отгонного животноводства возвратить в ведение местных муниципалитетов, на административной территории которых они находятся, без предоставления возможности по выводу этих земель из сельхозоборота. Четвертое. Отменить все законодательные акты Республики Дагестан по передаче земель сельхозназначения, в том числе земель отгонного животноводства, в субаренду. И пятая позиция. Создать рабочие группы на местах из представителей муниципалитетов и сельских общин, общественные советы, для совместного с надзорными органами Российской Федерации и Республики Дагестан проведения комплексной инвентаризации земель отгонного животноводства, скота поголовья и их целевого использования. Руководству Дагестана при регулировании земельных отношений необходимо уже научиться действовать в рамках российского законодательства, тем более в современных конкретных условиях социальной и экономической дифференциации в регионе, не доводя социально-бытовые отношения до уровня межнациональных конфликтов. Нельзя в горах создавать оазисы для джамаатского традиционного уклада, а равнинные сообщества лишать полноправной общины и способствовать их дальнейшей маргинализации. Доклад окончен. Благодарю за внимание. Уважаемые участники форума, доклад окончен. Приступаем к выступлениям. Первым слово представляется для выступления Валиева Залимхану Валиевичу, председателю местной общественной организации «Капулай». Ассаламу алейкум, аяулу куму халкуму вакимене. Анатилу башламасыймен негресе биз Экей Алиахта уткиргенек Анатилу байлаулу байрам. Шунда айтылган эле, Анатилу тасетсек, топрагыбызда тасетсе бизди. Осайылга баракалла билдирмесеймен сизге баарыбызга да шунда келгендеге также хочу поблагодарить гостей, которые сегодня присутствуют, глав муниципальных образований, поселений, депутатов и общественных, как говорится, ребят наших. Сегодня вопрос земельный, он каждый раз старается его поднять, и как-то наши руководители, или так скажем, олигархи хотят выкупить. В 93-м году у них таких денег не было, наверное, чтобы выкупить эти земли. И поэтому сейчас они муссируют вопрос, как бы внести закон изменений, передать в частные руки. В связи с этим возникает вопрос. В законе о земле говорится, что земля является неотъемлемой частью имущества народа.
Если это имущество принадлежит народу, то как возникло право Республики Дагестан на эту землю? Кто ему это право дал? Народ дал разве свое право, чтобы у них забрали имущество? В законе о земле также говорится, если у какого-либо общества изымается земля в интересах Российской Федерации или субъектов Российской Федерации, то государство обязано равноценным компенсировать земельными участками или же выплатить материальный ущерб нанесенный. Сегодня Республика Дагестан в своих руках имеет 3 миллиона гектара земли от горного сельского хозяина. Все. Кто им это право дал? Народ считает, что земля это его. По закону говорится, что земля неотъемлемая часть имущества народа. Поэтому возникает вопрос, по какому праву сегодня государство распоряжается землями наших общин и поселений. Согласно федеральному закону, опять-таки, собственниками земли являются муниципальные образования сельских поселений. Даже глава администрации районов не имеет права собственности на землю, кроме земель, имеющих особый статус. Федеральный ли статус у этой земли, республиканский или же местного уровня. И статус земли определяется опять-таки самим же народом. Никто его не определяет, сам народ определяет. Сегодня очень много общин, мы знаем, которые не имеют возможности для развития сельского хозяйства. В Абаютовском районе Львовский один возьмем. Вокруг земли отгонного животноводства, а этим людям не хотят дать 800 гектаров земли для развития сельского хозяйства. Уже 5 лет идет противоборство общества. Я исхожу из нашего опыта горького, таркинского общества, джамаата. У этого общества в свое время был и государственный статус, и муниципальный статус, и земли были. Из 250 тысяч гектаров земли у этого общества сегодня осталось 300 гектаров земли. Все эти земли государство забрало себе, став собственником. По какому праву опять возникает вопрос, если по закону оно народное? Поэтому здесь стоит вопрос так. Закон, он поддерживает, как говорится, конституционный строй гражданского общества – это самоопределение и самоуправление самого народа. Если мы будем сами полагаться на руководителей, что они за нас подумают, что они за нас решат, никто этот вопрос не решит. Надо поднимать народ и довести до них, до каждого, что у них отбирает последнее будущее их детей, будущее их поколения, землю хотят забрать. А продадут они тому, у кого много денег. То есть не нам, но всем другим. Поэтому сегодня цель мероприятия нашего, я думаю, надо, чтобы каждый на местах вместе со всеми, с главами муниципальных образований поселения, с общественными советами оставить разногласия между нами, кто за что там борется, у кого какой там интерес, кто-то кому-то оскорбил. Надо объединиться и встать на защиту своей родины, матери. Без родины мы никто, и нас никто не признает. Поэтому желаю вам всем плодотворной работы и объединения вокруг того, чтобы защитить нашу мать, землю. Спасибо за внимание. Слово представляется Залибек Узалбек Гачевич ДГУ. Приготовиться Нурутдинов Нурутдинов. Нурутдинов Нурутдинов, слышишь? Приготовиться. Уважаемые участники нашего форума, мое выступление будет касаться не общественно-политического вопроса, вопросом о состоянии почвенного растительного покрова, именно самой наболевшей точки Дагестана – отгонных пастбищ. Современное состояние наших отгонных пастбищ характеризуется нарушением
экологического равновесия, причем с уменьшением, чем дальше, тем сильнее уменьшается биологически продуктивная часть земли. Если мы возьмем территорию равнинной зоны Дагестана, это районы Бабай-Юртовский, Ногайский, Тарумовский, Кизлярский, дальше южнее Каякенский, Дербенский, в этих районах последние 50 лет количество жителей увеличилось на единицу площади пастбищных угодий на 100 человек на каждый гектар пастбищ. А вот в сельских населенных пунктах, поселениях 5 раз увеличилось, а по всей республике у нас увеличилась численность населения 1,8 раза. Значит, плотность населения и сопровождающееся количество пасущего поголовья овец и крупного рогатого скота два порядка усилилась нагрузка на пастбищные угодья. В нашей стране и за рубежом нет такой страны, где такая нагрузка в полевых условиях увеличилась за счет притока из других населенных пунктов. Есть отдельные случаи в Японии и в других странах малоземельных, резко увеличиваются за счет увеличения численности местного населения, своего населения. А приходного населения с других регионов такого нет в мире. Далее. Если мы сейчас возьмем наши земли, я в основном буду говорить об отконных пастбищах. В 20-х годах отдельными пятнами пустых участков было 20-25%. А сейчас, в настоящее время, это увеличилось на 20-30%, до 50%. Если вы обратили внимание на пастбищных угодьях, вы заметите, проходите участки, чередующиеся с травосоем и простым геологическим слоем, потому что растительность уничтожена, и животный мир тоже также там себя корма там не находит. Это приводит к чему? Увеличивается засушливость, усиливаются процессы эрозии, усиливается засоление, и конечным итогом, как мы сейчас говорим, это все складывается в процессе опустынивания земель в Дагестане. Вот в этих условиях сейчас проходят процессы, которые мы можем назвать нарушением экологического равновесия. А что значит мы можем рекомендовать, каким образом нужно подойти к использованию этих земель? Наш народ, земледельцы и животноводы, и кочеводы, они научились, знают, каким образом улучшить травостой и какие травы являются наиболее ценным в кормовом отношении. Но вторжение техники, вторжение численности, большого количества численности населения нарушило вот этот сотнями лет, тысячелетиями сложившиеся традиции местного населения, которые ухаживали за пастбищными угодьями. В настоящее время сейчас мы можем сказать, что наиболее продуктивные угодья сохранились только на 20% равнинной зоны Дагестана. А остальные территории или пустуют, или заселены непродуктивными растениями. И еще самое главное, что интересное, самое главное, на что надо обратить внимание. Поселенцы, это независимо из какого района, и местные тоже, мы тоже допускаем иногда ошибки. Поселенцы, мы создаем свои населенные пункты, строительные площадки там, где наиболее плодородные почвы. Наиболее низкоплодородные солончаки, солонцы и солоноватые почвы, они сохранились на 80-90%. И что обидно, переселение отдельных населенных, переселение целым населением общинами протекает именно не на тех землях,
саланчакового происхождения, а на землях самых плодородных, высокопродуктивных. Поэтому сейчас у нас основная задача обратить на это внимание. И что сейчас можем мы рекомендовать? Тут правильно сказал, инвентаризацию надо делать ресурсов из земель и почв, и растительного покрова. Самое основное инвентаризация надо посвятить тому, что сколько у нас осталось тех видов растений, тех почв, которые явились именно генетически связанными с его происхождением. Вот этот вопрос является, сейчас Международное общество почвоведов поднимает этот вопрос во всем мире. Поэтому мы этот вопрос в своем обществе, дагестанском отделении, ставим, и мы выдвигаем это как проблему, искусственно созданную человечеством в связи с переуплотнением и неправильным поселением народов. Поэтому сейчас открыто можем сказать, до 50% пастбищных угодий потеряло свое целевое использование. И вся та нагрузка, которая создается там, на этих землях, попадает на долю той участков, которые сохранились. Значит, одни участки получились, отчуждались поселениями, а другие участки получают сейчас в два раза больше нагрузок, чем они могли бы нести по своему биологическому потенциалу. Поэтому восстановление тех задач, тех целей, которые были первоначально 30-е годы на пастбищные угодья, мы их на 50% уже потеряли. Наша основная задача сейчас, в настоящее время, ну, некоторые переводят, что это однонациональное решение, это кумыкская национальность. Нет, это общегосударственное, общенациональное, общепланетарные вопросы, потому что опустынивание, засоление, аридизация, они связаны с общепланетарными процессами. И поэтому наша задача, вот этот самый особенности довести до наших руководителей и до наших работников. И последнее. Если вы обратили внимание на поселение отгонных пастбищ, на поселениях отгонных пастбищ увеличилось количество, число, которые детское среди детей разным болезням, особенно увеличилось онкологического происхождения. Это является одной из причин, одной из последствий того, что химический состав почвы изменился, химический состав кормов изменился, в этом отношении увеличилось относительно содержание радиоактивных элементов. Вот такое, вот такая опасность грозит увеличение неправильное, неравномерное, необоснованное увеличение нагрузок на площади, которое мы без учета его сопровождаем. Ну, я этим заканчиваю и желаю успехов всем участникам нашего форума. Спасибо. Нуртинов Нуртин Акаевич. Приготовься, Сулейманову. Это актуальная тема. Родилась, конечно, не сегодня, не вчера. Давным-давно. Но никогда не были у государства такого времени нашего государства, не сейчас, таких законов, когда так нерационально, чтобы распределялись земельные ресурсы. Более того, изымались на этих землях переселением основных жителей равнины, изымались поселения, населенные пункты. В частности, в Бабайортовском районе более 50 населенных пунктов, где жили местное население, довоенное время, сейчас находится на пользовании у жителей горных районов, вместе с землями окружающими. Где были такие законы? Никогда не были. Пользуясь военным временем, вот допустили такие нарушения. И это начал пресловутый, известный всем Даниилов. Это его политика была. Даже по сравнению с проблемой таркинцев, кахулайцев, в масштабном таком объеме
проблема Бабайортовского района более весомая и более доказательная. Этот район богатый природными ресурсами, земельными угодьями, водными ресурсами. Это, ну так сказать, я сравниваю его с центром древнего земледелия Месопотамии, вот земли между реками Тигр и Евфрат. Только там зимы не бывает, у нас бывает зима. И это лакомый кусок на сегодня для осуществления земельной реформы, так называемой, для республиканской власти. Если этот вопрос решится в Бабайортовском районе так, как они планировали, считайте, республика уже решила эту проблему, руководство республики решило эту проблему по осуществлению земельной реформы, что требует центр. Но она должна осуществляться учетом интересов тех ущемленных жителей, населения, которые лишились смогой. Их переселяли из одного села в другое, освобождая их поселение без всякой компенсации. Международные законы, в частности Декларация Объединенных Наций о правах коренных народов, требуют, чтобы в таких случаях этим жителям, этим народам, коренным народам возмещались в виде реституции или же по другой договоренности то, что у них забирают, отнимают. Поэтому мы односторонним способом должны поднимать эти вопросы, все одинаковые формы. Много наших вот кумутских районов, в частности, хотя это общедагестанская проблема, стали малоземельными. Бабайортовский район на своей такой обширной территории стал малоземельным районом. В то же время приняв в состав района 4 переселенческих сел из горных районов, жителей горных районов. Выдумывает разные причины, что жители этих прикутанных хозяйств ущемлены, терпят большие неудобства, связи с горными основными их районами нету, как таковой, как должно быть. Все это выдумки. При сегодняшнем уровне развития связи, видеосвязи, такой связи, это не проблема. Есть у нас используемые земли на цели огонного животноводства в Ставропольском крае, вот Дагестан использует, Калмыкии. Почему-то про этих жителей не говорят, что они ущемлены в этом роде. Нет, всякими методами, значит, ухватывается за эти земли. А вот вопрос о передаче этих земель в состав муниципальных образований Ставропольский край решил успешно. Никакой трагедии нету. В Нефтекумском районе эти земли переданы в состав муниципального образования району. И то, что и требует, предсказывает российское законодательство. Надо исполнять просто российское законодательство. И в этой части мы, я думаю, слабо работаем судебными органами. Мы обращались после нашего митинга 9 марта в Бабайорте в адрес администрации президента, Генеральной прокуратуры Российской Федерации и Северокавказский округ. Ну, оттуда уже поступили, значит, указания разным инстанциям республиканским, и правительству республиканской, и прокуратуре республиканской. И вот наш министр юстиции Гасанов, республиканский министр, пишет, что касается постановления правительства Республики Дагестан от 25 июня 2014 года 288, о котором говорил докладчик, и распоряжение правительства Дагестана от 7 ноября 2014 года 357 номер, указанных в обращении, то они могут быть оспорены в судебном порядке в случае вашего несогласия с закрепленным в них положением. Почему мы не используем совет этого нашего министра? Надо заниматься судебными органами. Надо. Я это давно говорил, и абсолютно Мурзаеву, и другим товарищам. Надо плотно заниматься судебными органами. Даже надо заниматься подачей исков в конституционные суды. Наши инстанции. Но наши не поддержим, мы подадим высшие инстанции. Потому что нарушаются многие конституционные положения.
каждый гражданин Российской Федерации обладает на ее территории всеми правами и свободами, несет равные обязанности. Это статья Конституции, 6-я статья Конституции Российской Федерации. И основные, вот хочу подчеркнуть, условия и порядок пользования землей определяются на основе федерального закона, а не постановлением правительства Республики Дагестан. Это 36-я статья, пункт 3. Российской Федерации не должны издаваться законы, отменяющие или ущемляющие права и свободы человека и гражданина. А у нас это практикуется везде и всюду в республике. Каждый обязан платить законно установленные налоги и сборы, устанавливающие новые налоги или ухудшающие положение налогоплательщика, обратной силы не имеют. И требует российское законодательство. А местный житель у нас в Бабайтовском районе платит 5-6 раз больше налогов, чем житель хозяйства отгонного животноводства. Правильно говорил докладчик, что идет нарушение бюджетного кодекса. Не составляются абсолютно никакие арендные договора на этой земле. Они отданы на откуп, на свободное пользование, бесконтрольно. И в одном Бабайтовском районе 226 тысяч гектаров таких земель. А вот в горных районах, где тоже имеются летние альпийские луга, 365 тысяч гектаров, они остаются в составе базовых своих районов почему-то. О них никто не говорит. В свое время, когда Карабудакенский район имел там земли, их вытурили оттуда. Они отказались от этой земли. Если по худшему варианту пойдет вот эта земельная реформа у нас в республике, у меня предложение. Все пять Кумовских районов, они все малоземельные, где Гупы, Мупы и так далее, и другие, третьи. Пусть эти земли вот, в зонах отгонного животноводства распределяют и между этими районами. Пусть там будут кутаны, пастбища, другие земельные угодья наших районов тоже. Это худший вариант. Но... Гора. И гора... Нет, на равнине. В горах нам нечего ловить, об этом забудем. И... Чтобы у нас не было разговоров, требований и так далее, вот мы митинги в Баба-Юрте 9 марта требования свои изъявили и составили, значит, президентская администрация Российской Федерации, значит, получил, ответил. Есть от них тоже у нас вот за подписью советника департамента письменных обращений граждан и организаций Софьянников. Это управление президента Российской Федерации по работе с обращением граждан организации. Вот. Они дают четкое указание правительству Республики Дагестан, чтобы рассмотрели данное наше, значит, письмо и приняли меры. А также дают указание прокуратуре, чтобы проинформировали нас о нарушениях законов, если они есть. В целях обеспечения верховенства закона и единства укрепления законности. Поэтому, чтобы не было разнобоя, я просто хочу оставить, вот сейчас составим, резолюция сейчас составлена, чтобы учли наши требования тоже. Резолюцию я даю, чтобы не было разнобоя. Применили наши требования. Спасибо. Они тоже, да. Чтобы им согласовано. Слово представляется Сулейманову. Я прошу выступающих соблюдать регламент, пожалуйста. Мне неудобно перебивать такой интересный момент. Ассаламу алейкум, участники форума. В своем выступлении я хочу обозначить узловые проблемы, вокруг решения которых нам необходимо сплотиться и продолжить работу по защите прав и национальных интересов наших. Дагестан – многонациональная республика. Когда в республике должна проводиться политика неукоснительного соблюдения принципа равенства прав и справедливого учета интересов всех народов по отношению к кумузскому народу и другим коренным народам, населяющим районы, этот принцип систематически и целенаправленно нарушается. Свидетельством тому является тот факт, что коренные жители равнины, имеющие самую высокую землеобеспеченность, на одного жителя превратились в самые наименее землеобеспеченные. Мы на своей этнической территории превратились в национальное меньшинство. В Дагестане кумыки составляют 15% населения республики. При этом территория проживания наших
нашего народа 4% и продолжает стремительно сокращаться. Вызывает беспокойство и процесс придания статуса муниципальных образований поселениям незаконно выросших наземных отгонных животных без учета интересов и прав жителей равнинных районов. При этом предлагаются сомнительные инвестиционные проекты, в первую очередь, на побережье Каспийского моря, чтобы в итоге отнять земли, принадлежащие веками нашему народу. В Бабаюртовском районе объявили о строительстве мегафабрики, и при этом на 590 гектаров планируется строительство поселка на 16 тысяч человек новых переселенцев. Руководство Республики Дагестан, вместо того, чтобы развязывать проблемы, вызванные незаконным заселением кумыкских земель, они де-факто распределены между чиновниками и толстосумами, оформлены на бумажные СПК, у которых нет поголовья для перегона. Сегодня изыскивают инструменты для оформления их де-юре. Территориальные районы, у которых изъяты земли от горного животноводства, отстранены даже от общественного и муниципального контроля. Глава и правительство Республики Дагестан при активной поддержке Народного собрания проводит политику узаконения беззакония наземных отгонных животноводства, направленную на создание преимущественных условий для жизнедеятельности незаконных населенных территорий за счет ущемления интересов кумыкского народа. Создание инфраструктуры незаконных поселений, строительство школ, строительство школ, детских садов, их газификация способствует нарастанию незаконной миграции горцев и расширению масштабов захвата территории исконного проживания кумыков, что свидетельствует об этнодискриминации кумыков и этническом покровительстве интересам переселенцев. Политика протекционизма направлена на поддержание расширения незаконного захвата территории проживания кумыков. Наблюдается резкая диспропорция финансирование муниципальных образований, населенных коренным народом равнины и незаконных поселений, этнические общности, интересы которых лоббируют их представители высших органов власти Дагестана. Результатом избирательного подхода к проблемам поселений является и то, что не возвращено и не компенсировано в какой-либо иной форме 8166 гектаров земли колхозов селения Тарки, Алгуркен, Кахулай. До сих пор не рассмотрен проект закона о насильственно переселенных народах. И жители этих кумыкских селений остаются представителем единственного народа России, которым не вернули земли после насильственной депортации. Более того, продолжают безнаказанно отнимать. Примером тому служат лугутинские земли, которые под таким названием не существовали. Просто усилиями руководства Гуниевского района и министра сельского хозяйства было произведено объединение указанных земель, земельный участок площадью 468 га. Ими же было направлено представление о закреплении данного участка за садовым товариством Гаджали Даниалов. В результате чиновничек игр в поддавки. Указанные земли остались у товарища Гаджали Даниалов и после принесенного протеста прокуратуры Республики Дагестан о незаконной передаче их фиктивным садоводским товариществу. Оно зарегистрировано в Махачкале, земли чистятся Куртар-Калинскому району, якобы переданы жителям Гуниевского района. Странно и то, что глава Республики Дагестан, объявивший борьбу с коррупцией, не увидел, что эти земли стали землей раздора и наживы. Есть в истории экономики России такое понятие, как национальная земля. Это такая территория, на которой живет нация в течение многих лет, оккультуривает, возделывает ее. Следовательно, национальная жизнь без этой земли немыслима. Если есть нация, то должна быть истина ее обитания. Это истина, к которой нужно относиться очень осторожно и с глубоким уважением. Иначе может возникнуть большая напряженность, последствия которых могут быть непредсказуемыми. Речь идет здесь о так называемых кумыкских землях, которые давно стали предметом политического и экономического торга. Связывая вопросы ввода частной собственности с отсутствием инвестиционной привлекательности, руководство Республики Дагестан, без учета мнения населения и результатов прошедших референдумов, на которых дагестанский народ отказался от частной собственности на землю, предпринимаются меры о вводе частной собственности на землю сельскохозяйственного назначения. Считаю, нам не нужны инвесторы, нет лучше инвестора, чем сельский труженик, который обрабатывал, возделывал эту землю. Статья 9 Конституции Российской Федерации гласит, земля и другие природные ресурсы используются и охраняются в Российской Федерации как основа жизни и деятельности народа, проживающих на соответствующей территории. В Дагестане земельный вопрос имеет принципиальное значение. Каждый народ должен иметь свой национальный ареал. Это суверенное политическое и экономическое право нации. Однако вопрос относительно наших земель давно вошел в ступор и пока нет разумного удовлетворяющего кумыков решения.
Исходя из вышеизложенного, следует, что в самой полиэтнической республике СКФО Дагестан основным фактором межнациональных трений является неурегулированность земельных отношений, в решении которого власть проявляет непоследовательность и противоречивость, этнический протекционизм. Земельные реформы в республике проводятся в крайне социально опасных незаконных коррупционных формах. Они чреваты массовым социальным и национальным выступлением, столкновением и конфликтом, что не соответствует принципам стратегии развития государственной национальной политики в Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденного указом президента Российской Федерации 19 декабря 2019 года. В результате народонаселяющие равнины и культурные территории лишаются в целях гарантии сохранения своих территорий компактного проживания. Кумыкской равнины, Ногайской степи и Русского севера Дагестана. Алга-сама. Сегодня, без сомнения, всех нас объединяет боль за настоящее и беспокойство за будущее кумыкского народа. Различные кумыкские общины, общественные организации, отдельные общественные деятели кумыкской национальности неоднократно поднимали кумыкский вопрос и пытались привлечь к проблемам кумыков внимание как республиканских, так и федеральных властных структур. Однако катастрофическое положение кумыкского народа не становится лучше. Кумыкских вопросов много, но главное – это земля. Сегодня мы свидетели того, что произошло с равнинным кумыкским землем, который в результате хищнического отношения, бесконтрольной эксплуатации, до истощения, опустынивания, омертвения поверхностного слоя стало невозможным использование этих земель как земли полноценные. Это не выдумки кумыков, а объективные заключения ученых, сделанные на основе тщательных научных исследований состояния равнинных земель. В федеральном законе номер 131 об общих принципах организации местного самоуправления Российской Федерации закреплено наше право на сохранение своей территории и среды обитания, на основе которого мы можем сохранить язык, культуру, обычаи и самобытность. Отсутствие земельного законодательства Российской Федерации понятия или статьи об отгонных землях дает нам возможность отстоять наши права и национальные интересы в ООН и в Совете Европы по вопросам человека, по правам человека. Ни у кого нет права переводить землю из категории «Родина», этническая территория, в категорию «Инвестиционная площадка» и в объект купли-продажи. Общеизвестно, нет земли, нет народа. Поэтому нам надо отстаивать право иметь свою землю Родину. Теперь я бы хотел, чтобы отметили резолюцию. Да. Значит, нужно обязательно просить президента Российской Федерации направить комиссию Совета при президенте Российской Федерации по межнациональным отношениям для изучения социально-экономического положения кумыкского народа, которым грозит этноцид в результате ассимиляции и массового отъема территории их исторического проживания. Этот пункт надо включить. Вы, пожалуйста, передай этот пункт, когда дойдем там. Я вам так выступление сделаю. И выступление. Потом еще один пункт хотел бы я, чтобы включили в резолюцию. В случае игнорирования федеральным центром угрозы исчезновения кумыкского народа как этноса, начать политические и правовые процедуры защиты прав и интересов кумыкского народа на основе международных правовых актов. Это тоже... Вот, спасибо, так передай, пожалуйста, выступление. Алханычу. Вы его только что избрали заместителем председателя совета. Аналитик, общественный деятель. Сегодня мы собрались обсудить земельные проблемы в связи с местным самоуправлением. Хотел немного осветить историю вопроса, связывая между собой несколько понятий. Коренной народ. Территория, включая сельхозугодья, болота, леса и так далее. Административно-территориальное деление, национальное самоуправление. Так как местное самоуправление в Дагестане всегда было национальным самоуправлением. Все мы хорошо знаем, что кумыки в прошлом имели свое государство, шамханство, которое было одним из могущественных на Северном Кавказе. Оно вело долго борьбу с Российской империей в 16, 17, 18 веках. В конце 18 века шамханство добровольно вошло в состав Российской империи. После Гулистанского договора 1813 года, вся историческая территория проживания кумыкских джамиатов, из которых состояло шамханство, окончательно стала составной частью империи.
1860 году было создано единое административно-территориальное образование под названием Дагестанская область. Площадь территории была 28 тысяч квадратных километров, вдвое меньше, чем сейчас. Населением 700 тысяч человек. Во главе с генерал-губернаторством были упразднены все феодальные образования, вольное общество, шамхальство было упразднено в последнюю очередь, самым последним. Северная граница Дагестанской области была река Сулак. Созданная область состояла из 9 округов, которые не нарушали этого исторически, до этого исторически сложившихся границ между владениями. Названия их соответствовали проживавшим там народам. Они назывались Ангийский округ, Даргинский округ, Аварский округ, Казикумухский округ, Кайтага-Табасаранский округ и так далее. Территория Кумыкова называлась Тимирхашулинским округом, так как там располагалась столица Дагестанской области, город Тимирхашура. Еще один округ, позднее вошедший в состав Дагестана, назывался Кумыкским округом, охватывающим территорию Терско-Сулакского междуречья от предгорий до Каспийского моря. Царская администрация, оценивая историческое расселение народов, административно создала фактически национальное территориальное образование. Округа и округа состояли из наибств, потом называться начальными участками, в рамках Дагестанской области НДОС. Хотя и понизив их статус, но все же сохраняя национальное территориальное самоуправление для всех народов. В свою очередь округа делились на наибства, а они в свою очередь состояли из нескольких джамиатов, которые исторически были связаны. Их земли граничили между собой, то есть были смежены. Это значит, что кумырские джамиаты своими землями охватывали всю территорию наибства, а в те, в свою очередь, территорию округа. Естественно, люди занимались на своей территории сельским хозяйством, ходили на охоту, ловили рыбу, рубили лес на дрова и так далее. То есть использовали ресурсы своей территории для своей жизнедеятельности и развития. Здесь существовали различные формы земельных отношений. Общинные, вакуфные, мечетские земли, арендные, частные и так далее, и другие. Но все они находились в рамках земель данного общества джамиата. После революции в 28-29 годах была проведена административно-территориальная реформа, с целью которой было повысить управляемость территорий с учетом национального расселения. Одной из основных задач районирования было создание районов однородно по народности, по национальности. Одноязычно говорилось в документах по районированию. То есть, по сути, были созданы национальные районы для национального самоуправления различных народов Дагестана. Эта система в основном сохранилась до наших дней. Многие помнят, что еще в 70-80-х годах говорили и писали в газетах, в книгах такие словосочетания. Даргинские районы, Лезгинские районы, Кумыкские районы, Аварские районы и так далее. Но уже к концу 80-х годов Кумыкские районы начали называть интернациональными. И вообще отошли от национального обозначения районов. На сегодня, может быть, и в Буйнакском и Кравдокенском районе сохраняется пока еще кумыкское большинство. Во всех остальных районах кумыки уже в меньшинстве или в скором будущем будут в меньшинстве. В таких условиях, даже имея главу муниципального образования кумыка, мы не будем иметь национального самоуправления административным образованием. Нами потерян контроль за территорией фактически, потеряно национальное самоуправление, потеряна кумыкская языковая среда. Созданы все предпосылки для этнизации и ассимиляции кумыков. После фактического захвата земель активно ведется работа по разрушению кумыкской идентичности. Выходят книги, в Академии наук пытаются узаконить другие работы, доказывая, что мы вовсе не кумыки, а кто-то другие. Эти вещи занимаются в том числе советники нашего главы, во главе этих работ стоит. Поэтому все земли, которые на кумыкской территории стали федеральными, кутанными, республиканскими, землями переселенческих колхозов, землями под возникшими здесь городами отчуждены у кумыкских джамиатов. Они ниоткуда, они не принесли землю с собой. Различными правдами и неправдами царской администрации, советской властью, а теперь российской властью. Мы не потеряли и никогда не потеряем своих прав на эти земли. Это наши кровные права, это право не теряется. Но законы просто наши эти существующие не защищают нас. А международные законы нас признают, есть такие законы. Право кумыкского народа на свою территорию, на свою среду обитания выступает для нас как основа нашего государственно-правового статуса Республики Дагестан. С этим мы связываем реализацию права на самоопределение и национальное самоуправление, на использование ресурсов данной территории для жизнедеятельности и развития. Этим создаются предпосылки для консолидации народа, лучшего развития языка, культуры и решения социальных вопросов. Во всех ущемлениях нашего народа лежит одна и та же причина – отсутствие у нас прав на землю, на историческую территорию обитания кумыков. Дагестан является республикой коренных, государствообразующих, как любит наш глава говорить, народов, ее населяющих.
Из территорий, которых она и была создана. Да, мы сюда не пришли на какую-то территорию. Мы жили и оказались где-то. Данный важнейший вопрос земельный рассматривается нами в условиях нерешенного в Дагестане этнополитических вопросов, где земля, а точнее территория обитания коренного кумыкского народа, является одним из базовых первичных элементов и гарантии защиты его национальной перспективы. Перед принятием каких-либо решений по земле республиканской власти необходимо принять решение о признании этнических кумыкских территорий, кумыкских национальных районов, законодательной фиксации гарантии защиты этих территорий и уже с учетом этого переходить к каким-либо земельным требованиям. Прошу. Контракаринский район. Новая должность. Ассаламу алейкум, участник форма. Все здесь говорилось, я согласен и поддерживаю. Вот. У нас все творится в Кумдар-Калинском районе. Статус земельных отгонов животноводства регулируется законом Российской Федерации. Вот. Принято Народным собранием Республики Дагестан от 06.06.2014 года на администрации границы земель муниципального образования Кумдарка расположено 6 горных районов. Площади 84 гектара, 87 тысяч гектаров. Гулимский район 44565 гектаров. А проживает там, на этой территории, 6700 человек. Вот спрашивается, Гулимскому району 44000 гектаров, а проживает 6700 человек. Вот. А Салиеву, Шамильский район 7800. Вот. Кунзасский район 14700. Вот разве перечислять это? Все отгонные земли начали уже для стройки. У нас создался Урада, Шамгада, Шамилевский район. А сколько у района осталось земли? У нас в районе проживает, я сейчас отвечаю, у нас в районе проживает 28 тысяч человек, а 19 тысяч земля. Вот, сравнить горные районы, там 19 гектаров одного человека приходится, а нам приходится 0,9 приходится. Вот. Поэтому здесь у нас, как говорится, республика тоже не может об этом контролировать эти земли. Вот кто кому как хотело, вот так они распределяются. Поэтому мы уже вынесли предложение. И сейчас уже начинаем работать с этими предложениями и передать это все земли муниципалитету района и контроль осуществлять, чтобы район отгонировал. И налоги. Вот 20 рублей платят горные народы, горные районы, а мы платим 600 рублей. Вот разница. Вот где разница? Они получают дотации, а мы ничего. Я поэтому этому поводу встретился я вот недавно Алим Алибеком, я этому доложил, сказал, ну где мы не гоняем, мы аварцы, у меня двоюродные братья аварцы, двоюродные братья даргинцы, мы их не выгоняем, пускай живут, как мы живем, они тоже, пускай платят налоги, как мы платим, нам не надо, это националисты нам не нужны. Проживают, как я живу, пускай они тоже так живут. Вот поэтому я призываю еще раз, все вот это, 87 тысяч гектаров горных районов. Ну зачем они, никто там, никакого, нету никого. Они все частные, вот Кутан все частные. Все это, Зараза, Марада, все частные это. Там нету никакого колхоза, нету отгон животноводства, там не идет сейчас, не такое время. Вот поэтому я предлагаю перевести муниципальную, передать все вот эти муниципальные квартиры, 80 тысяч гектаров, и да, вот если будут инагрировать наши требования, мы обратимся, создадим комиссию, будем обращаться к президенту Российской Федерации,
Я уже ему тоже обратился, я этому тоже показал, бумага у меня есть. Он, надо решать, нам вместе надо, не так один это, не только Бабайдовский, Кундурканский, и вот все районы вот такие у нас. Вот сейчас. Рожав Батурчинович. Спасибо. Слово предоставляется для выступления Батурову. Заместитель председателя общины Атлбоюн. Поселок Ленинкент, Махачкала. Ассаламу алейкум, делегаты форума. 16 лет существует закон о гарантиях прав коренных малочисленных народов Российской Федерации. Но этот закон Дагестан не хочет признавать вообще. Этот настоящий федеральный закон в соответствии с Конституцией Российской Федерации, общепризнанными принципами и нормами международного права и международными договорами Российской Федерации устанавливает правовые основы гарантии самобытного социально-экономического и культурного развития коренных малочисленных народов Российской Федерации, защиты их исконной среды обитания. Кумыки также являются коренными малочисленными народами Республики Дагестан. Согласно вот этого закона, права малочисленных народов, то есть и кумыков, объединенных малочисленными народами, относящихся к малочисленным народам, на счет их институтов среды обитания, имеют следующими правами. Безвозмездно пользоваться в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности малочисленных народов землями различных категорий, необходимыми для осуществления их традиционного хозяйствования и занятия традиционными промыслами и общераспространенными полезными ископаемыми в порядке, установленном федеральным законом и законодательством субъектов Российской Федерации. Второе. Участвовать в осуществлении контроля за использованием земель различных категорий, необходимых для осуществления традиционного хозяйствования и занятия традиционными промыслами. Третье. Участвовать в осуществлении контроля за соблюдением федеральных законов и законов субъектов Российской Федерации по охране окружающей среды. Четвертое. Получать от органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, организаций всех форм собственности и международных организаций, материальные и финансовые средства, необходимые для социально-экономического и культурного развития малочисленных народов. Пятое. Участвовать через уполномоченных представителей малочисленных народов в подготовке и принятии органами государственной власти Российской Федерации, органами государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления решений по вопросам защиты исконной среды обитания, традиционного образа жизни, хозяйствования и промыслов малочисленных народов. Шестое. Участвовать в проведении экологических и этнологических экспертиз при разработке федеральных и региональных государственных программ освоения природных ресурсов. Седьмое. Делегировать уполномоченных представителей малочисленных народов в советы представителей малочисленных народов при органах исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органах местного самоуправления. Восьмое. На возмещение убытков, причиненных им в результате нанесения ущерба исконной среде обитания малочисленных народов, хозяйственной деятельностью, организации всех форм собственности, а также физических лиц. Девятое. Получать от государства помощь для реформирования всех форм воспитания, обучения подрастающего поколения малочисленных народов с учетом традиционных образов жизни и хозяйствования малочисленных народов. Для этого субъект Российской Федерации обязан, тоже закон, статья 6. Полномочия органов государственной власти субъектов Российской Федерации по защите исконной среды обитания. Первое. Участвовать в реализации федеральных программ социально-экономического и культурного развития малочисленных народов. Принимать региональные программы социально-экономического и культурного развития малочисленных народов, а также использование и охрана земель традиционного природопользования малочисленных народов. Третье. В пределах своих полномочий ограничить хозяйственную деятельность организации всех форм собственности в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности малочисленных народов. Четвертое. Участвовать в регулировании отношений между бюджетами субъектов Российской Федерации и бюджетами органов местного самоуправления по выделению средств на социально-экономическое и культурное развитие малочисленных народов.
защиту исконной среды обитания традиционного образа жизни. Пятое. Регулирует порядок передачи собственности субъектов Российской Федерации, общинам малочисленных народов и лицам, относящимся к малочисленным народам. Восьмое. Создавать на общественных началах при органах исполнительной власти субъектов Российской Федерации советы представителей малочисленных народов для защиты прав и законов интересов указанных народов. И десятое. Наделять органы местного самоуправления отдельными полномочиями по защите исконной среды обитания, традиционных образов жизни, хозяйствования и промысла малочисленных народов с передачей указанным органам необходимых материальных и финансовых средств. Поэтому я предлагаю реализационную часть включить, чтобы обязать руководство Дагестана, чтобы она выполняла федеральный закон 82 статью 6 и принять по ним все необходимые законы. Спасибо. Передай, пожалуйста, документы. Слово представляется Алданову, райкомзем района Буляцкого района. У них нет одного выживаемости. Вообще в мире, по-моему, может, некоторых, где одно мононациональное, где-то есть, наверное, республики, может, там нет одного выживаемости. А когда вот многонациональный и конкретно каждая нация должна иметь свою и среду обитания, ареал обитания, и эта сама система в Дагестане, она в настоящее время, я считаю, она свое изжила. Знаете почему? Вот в настоящее время через Буйнакский район проходят, есть так называемые скотопрогоны. Есть четырех направлений. Ранее там, при советской власти, да, бывали, обгон производили. В настоящее время практически там мало что скот проходят. Или перевозят там на этих машинах. Это экстенсивное ведение хозяйства. Посмотрите, овцеводство, как развито в Ставрополе и у нас, показатели посмотрите. Надо в Дагестане, если нужно, пусть развивает на равнине без отгона, есть породы животных, овец, которые хорошо, бывает продуктивность большая, больше, чем... А в горах пускай развивает и свои традиционные овцеводства. Поэтому у меня есть такое предложение, данную форму, я не знаю, полномочия или нет, вообще эту систему, как отборное животноводство, упразднить. Были попытки, вот Буйнакский район, конкретно по нашему примеру. Вот Ганадинский недалеко от Махачкалы хотели якобы отборные земли и переселиться хотели там, при бывшем министре покойном. Мы, буйнакцы, восстали, ни один человек туда не переселился. Конкретно там в этом законодательстве написано. Я не знаю, почему руководство этих муниципальных районов, когда видит, что там идет строительство какого-то кутана, одного там, или стены какой-то, почему они сидят молчат? Почему не судятся? Мы судились, доказали, что это не позволено, по закону нельзя этого делать. Надо конкретно оперативно вмешиваться, оперативно это не допускать таких фактов. У меня предложение такое, ликвидировать эту саму систему от донора животного своего. Я мое предложение. То есть не повторяйте, пожалуйста, это же. И второе. Несмотря, не откладывая на долгий ящик, в каждом районе, если на законе такие строения есть, подавайте в суды и так далее, если предложение подавали. У меня вот конкретно предложение. Слово представляется депутату. Представитель органа Нижней Казани Шер, Амирханов. Нету. Извините, человек не дождался. Вот сейчас тоже выражение идет. Выступило у нас 9 человек. Есть предложение прекратить выступление. Если кто не успел выступить. Краекенский район, там не записали вообще выступление? Вы записку не дали. Тут выступать, да? Пожалуйста, в пределах регламента выйдете в выступе, скажите, кто. Ассаламу алейкум.
Kumuk halkı. Hiç o şey kumuk söylemese bari biz de kumuk varırız. Ali Urdaşlar forumuna bizimle çakırıp Nasyonal Sovetini bitişkeniyiz biz de. Значит, тут форум участвует и кумыки, и остальные тоже нации. Хочу именно остановиться в Каякинском районе. Я не буду трогать ни другие районы, они каждый тут отчитались, что у нас делается в Каякинском районе. Вот в Каякинском районе, вот в горные районы, 18 тысяч гектаров, как вы говорите, от годного животноводства, они там живут и работают, и землю имеют. Остальные, которые 16 тысяч гектаров, вот, например, находится в Каякинском районе, который обрабатывает землю, виноград, вот они живут там в своих землях, в этих кумуки, как называется. Вот особенно пострадавший сегодня считается селение Башлыкент. На территории Башлыкента 7 крупных даргинских сел переселены. И так нам не хватает. Вот и Хоронаявур, которые переселили, ну, им тоже земли нету, их тоже переселили туда. Вот что получается национальный конфликт. У них, вот, например, чем наше село, вот Дружба, Вихри и так далее, у них больше жителей живут, чем наши вот селения Башлыкент, которые 5000 лет существует в этом селении. Вот. По этому вопросу, конечно, очень трудно. Наши отцы, которые воевали, кровь проливали, оставляли эти земли, чтобы передать следующему поколению. Но мы это сохранить, наши, конечно, не мы, а отцы наши не смогли. В 1935 году, когда был Каякинский район, был чисто кумыкский район. Никто, ни один слово, не было, только кумыкский язык был на этом районе. Все населенные пункты разговаривали в кумыкском языке. Но сегодня вы уже знаете, не то что в нашем районе, везде всюду сейчас, ну, переселенцы одни, переселенцы, переселенцы. Я немножко остановлюсь насчет кутанных этих. Вот селение Башлыкент еще сохранились 35 кутанов. Вот рядом у нас, вот, и проходя 2 километра, есть этот кутанный участок Дуахарзинский, который я лично занимался по этому вопросу. Это вот 36-го года они как будто отгонят скот зимой сюда, летом горы, взяли в эту землю 600 гектаров. Вот 600 гектаров, в 57-м году какой-то министр пишет, на пользу, постоянное пользование этой земли. Никак не можем его. Сейчас там было вообще скот и пастухи были. Сейчас посмотрите, 22 хозяйства там. Отец, ну это что такое это? Законные это строительство, незаконные. Вот правительство писали везде, всюду, ничего не можем добиться. Второе, 35 еще у нас кутанные участки. Сельниес, который у нас это очень богатый нефтью, они занимают, вот есть ли статус давать, а куда нам идти, где жить. Вот, конечно, как говорят наши, те, которые приезжие той стороны, ну, уже нам до конца, что больше делать нам, ничего не получается. Вот такие у нас вопросы в Каякинском районе. Вот селение вот, Баранаявур, останавливаюсь, очень крупный этот, раздают вот эти земли. Не спрашивай народу, ничего не делай, раздаю землю. Вот последний, вот хочу остановиться ваши 7 минут. Вот ГУПы, у нас 7 ГУПов. Это государственное унитарное предприятие, которое не можем никак, без никого не спрашивая, самостоятельно должен был протокол сделать, собрание людей, сход, это сделать, эти, чтобы действительно ГУП организовать. Это ничего не сделано. Самостоятельно правительство подписал и прошло эти ГУПы. Но сейчас это не можем никак передать. Вы тут сказали до меня, что эти земли должен быть муниципальное образование сельских. А это дело никак не можем до конца довести. Но не знаю, мы столько писали и президенту,
Писали мы и вот Великого в последнее время. Ничего не можем в этих группах разобраться. Конечно, в этом форуме просим, значит, вот этот вопрос до конца довести, чтобы мы могли жить на этих группах и использовать свои земли. Все. Поступление каждого нам, пожалуйста. Слово представляется Ибрагимову Амину. Я коротко о своем впечатлении. Тема наиважнейшая. Организовано очень хорошо. Но что означает этот современный момент? Проблема не просто земли, почва, где лук сажаешь, картошку сажаешь. А у земли есть другая категория. Это площадь, на которой живет определенный этнос. Если из-под него этот, как ковер, выдернуть эту землю, этот этнос исчезает, он распыляется, он смешивается с другими народами. В Дагестане происходит не просто отъем сельскохозяйственных земель. В Дагестане происходит отъем целостности проживания кумыкского народа, общаясь друг с другом. Внутри нашей территории очагами мозаично вселяются другие народы. Уменьшается контакт кумыкского народа друг с другом. Разрывается целостность языковая, этническая и так дальше культурная целостность народа. Нужно уметь видеть за деревьями лес. Вот здесь каждый встает и из своих районов приводит примеры, они одинаковые. Но везде идут, вот там отняли землю, там селили, там незаконно. Это деревья отдельные. А какой же лес? Лес в том, чтобы лишить исторического права кумыкского народа вот эту наземную территорию. Заселить его многими очагами другие народы, чтобы по прохождении некоторых 20-25 лет у кумыкского народа даже поводом не было сказать, это была наша земля. Вот этот лес надо видеть, когда мы разговариваем о земле. Здесь в докладах очень аргументированно прозвучали экономическо-цифровая сторона состояния дел, биолого-цифровая сторона состояния дел. Это важно, это надо взять как основу для той резолюции, которая, видимо, здесь рождается. Но для чего мы эти стороны нашей жизни изучаем? Что, где это применить, эти данные? В чем? Куда обратиться? Какой инструмент для защиты кумыкского народа использовать эти цифры? Они сами по себе мертвые. Они никакой пользы нам не принесут, если мы не сумеем использовать и нужный уровень выйти, на нужную трибуну выйти и сказать, вот как плохие наши дела. И вы нарушаете это Божье право и международное право, которое лишает нас перспектив для нормальной жизни. Вот здесь уважаемый Залимхан выступает, он краем коснулся того, для чего здесь собрание это сделано, как мне кажется. Надо объединить народ и объяснить ему, плохи дела, ваши дела плохи. Детям не остается земли, на которой он, стоя на ногах, построив дом для святых, жить могут. Вот что происходит. Просто поставили экономический анализ, биологический анализ, ничто. Но они необходимы, это объективно научный данный, для того, чтобы с помощью их аргументировать перед властями республиканскими, федеральными и мировыми органами о том, что у нас дела плохи. Нас на самом деле врут все статистика. Нас кумыков более полумиллиона. Это что, малочисленный народ, что ли? Но стоит сверхзадача отнять право кумыкского народа, монопольное историческое право на владение этой территорией. Чтобы мы смешались со всеми другими народами, и потом, чтобы уже говорят, такие они кумыкские земли. Здесь вот Абдулатин в своем докладе говорит, общедагестанский народ, общее население, местное народ, уже считает, что у кумыков нет своих. У них в горах есть свои исторические территории, а у нас уже фактически нет. Я прошу этот форум использовать здесь очень аргументированное, компетентное выступление, их материалы, сделать резолюцию и послать их в нужные инстанции, где бы говорилось,
что проблема не просто районная, не просто джамаатская, общенациональная кумусская проблема. Вот это надо суметь, вот эту тревогу, вот этот колокол должен звучать в этой резолюции. Я так думаю. Спасибо за внимание. Спасибо. Я выступил 11 человек. Достаточно. Я прошу, устали люди уже, хождение начинают. На этом надо прекратить выступление. Если кто не выступил, у кого есть это, материал вы можете передать нам для включения материалом этого форума. Материал не нужен, я хочу выступить. Конечно, не надо, я знаю. Регламент не нарушай. Ассаламу алейкум. Siz ayıbetseyiz de ben orta ne yaşamayı onu söylemeyeceğim. Rauf Mahmudov Adil Yanmur, Baba Efraim. Gettin bizden aldığımızda çok güçlü masala toptağın. Güçlü değil mi? Büyük güçlü. Şu masala, şunla çeşirgençe masala sağlanan da şu zalda gettiğin yıl 18 sentyabrdı. Tüç tüç gitti masala. Ben şu zaman da geldiğim bir masalanın bir sualına cevap izledim. Şu sual da, benim sualım değil. Şu sual bizim belgeli şairimiz Bahadır Muhammed'in sualı. Senin konukluğuna ne bulunan konuktur? Ozuk da toprak masallar bari kendi biz barımızda yakışı biliriz. Onu barımızda görüp duralım. Şunu aytılgan çağırsa bari tüz. O tüzü kendine ben bir yana karşı yerim yok. No, ne çiğit mi yeri? Ne avat almayı yeri? Kitaplar aytan kuyruğu хочу изменить, сказать, чтобы хочу измениться, это равнозначно тому, чтобы ничего не сказать. То есть нужны конкретные шаги, конкретные мероприятия. Мен аллая куйду, шо улу масаланы, мен масала үшін 3-4 ер бөлгім мен, бөлікке. Бірінші масала біз тілімізді өвей көрейін. Біз батнайын еттеріп, тілінің көтерілмейін, тілінің көтерілмейін, өзіміз еттеріп. Мен осында мұнына айып етіп айтмаймын, но дақылеті дегенім аңылыма боламын. Но ұстықтен келар, бірде алар, бірде соң ешіп болады, біз өзіміз бір жаңын айтамыз, бірде азан етеміз. Соң біз өзімізді, тілімізді елге ұрсақ, оны кім көтірмейін? Рау, сен предложениеларын... Мен предложениемді айтайым. Мен предложением, мен предложением. Шынна, шо елі әлі мен осында. Тастаяны, мен сөзім бөлінді қала, айып етмейді. Мен оны көп ертіремін. Ya predlajenie benim birincim dilini götürmek. Dilini götürmek. Birinci masala dilini. Niye dinle aklını kavramamayın? Dinimizi götürmesek biz ne çık Allah'a bağlanma olalım. Sen ayıp etsin privatçı dedim. Ne oldu? Temin yapmasın. Ne yakışım sabah. Kop sabah. Rayonlu bağırda bağlanma. Bir daha masala, bir daha masala. Getti niye? Bunun masala masalası bir bulma. Bir bulma ne çık ola? Bizim gitsin o milletini. 99 общественный организациямыз бар. Озықты мен олар қайсы түзі кені, қайсы қышы кені білмеймін. Жолаға баға беріп де олмаймын. Тек мен шынына келген мен бір жатқа, бір құмық қалыққа болан көмейім етейін. Онына Зайындым түз мү, Салабағау түз мү, Абсалеттім түз мү, қайсы түз мү, оны білмеймін. Мен білмеймін, құмық қалыққа не ішік кім айтса, баға ел көрсе, söz verilen salav Mamasalif Öçgen. Apresini deydi. Bunun çığır söylemeye hıyalım yok hadi. Tek cihinle barışında bir mün masalara iyişlik uydu. Bakma verilmeyeyim kendi besim göremedim. Davaskan'da havlanı aytağınımız geldi, Ravut'ta aytağınımız. Onu bile de inkar edip olmayı. Geldi vardı biz aytağında. Tek şu geldilikle avlanına bir masala çıkar. Şu kıyıllı havlan ne çatırmayı. Şu var cevap bile durup, bunlar dakla çıkarttı bir taklif. Şu otağa kazanist babanı municipalite vermeye gerek.
başlığına verip, şunlar birlikte çalışmaya gidip. Dağlık büyüde memnunlukla yeni yaşadık. Sonra söylediğin zamanla Dağıstan'la bar geldi halını hesapla almayı turu ne projeni edecekti? Ya provizyon yağından ya da cemiyat kurumundan yağından o yaşama başlıkmaya kalan Allah'ı 30 yıl var bana biz böyle geldik. 200 ve yuvuk Hacer Sıra kurulan fark bu saat oladı taydırıp başka çetemizde babanın bacarlarını zattı bu. Şolay bulan son, bizim barda yazılan kağızlarımız provizyonlara, prokuratoraya, barda yerine barakanına 30 yılının içinde biz bile yankıldı. Biri de çeşildi. Olay bulanına kimdir bizim masaların çeşeği? Kimdir şu otel kazayısı olan municipalitleri ki versinler hükmü çıkaramak. Paşalık duğun, maskula duğun, maaşala duğun. Getirme. Olay kalanla bir, iki, üç ajenya araba çıkar. Birisi şolar. Biz Dağıstan'da, bütün Rusya'da bizim hükümetini reformasını ettirip olmayı turup o masalalar çekildi. İkincisi, biz yalnız yalnız bunu aylanamız. Dağıstan hükümetlerimiz çok milletli. Rasiski hükümetlerimiz çok milletli, uzağından olsun. Yalnız biz özün bir halkın masalasını alıp biz etmemize verilirsek, если мы по-прежнему будем продолжать действовать одиночестве, görecek biz ahırda çeşirmeyi. Şosayalı Dağıstanları bağırda, gerti namuslu, özünü zahmatına tayyanıp aylanan, birbirine hürmet edeyen adamlar cilmiş mahili, sıklaşmayı rikar alıktı. Olay bunlar kork, bundan dur Muhammed onu oldurup dura, Allah'ı cilme şunu aklına aittin mi? Eğer de şu masalara, hani kararız hani bulayım ulaşır, Nürüttüm Yekişke'den Yakşıkü'de yazmada yazıp söyleyip dura baba herifte ahallanı, o zaman hazaresi olandı. Ya şunun içinde ne bulup duran aytan yok. Ne jurnalist yok, ne ilmi kulluşçu yok. Özlerinin içinde ne bulup duran? Dıştan biz karıp aytamız, kolay kolay gelip duran. Şu yakından bizge bilimle yetişmek. Ama Nurmanmanıcı yılında, şu katan hacayistoda işleyen iki kişinin söylemini tınlağanla ben bildim. Özlerde ne şu bize aytan zat var? Şolar da ayağınırma asıyı, şolar da başkası hacayesi bulma asıyı, tek bilmeyin hiç getirin. Şolar da çinomun içi soğanı koluna, ya özünü liçli hacayesi basın masalasını çeşip olmay, ya da apşesli bir hacayesi masalasını çeşip olmay. Olay bulmanla biz dağına kayıtıp şu bir karaga gelip oralarız. Ne sayır şenstva, yasudar sinni, Rasti Respubliki Dagestan. O şu masalanı biz çeçip olamız mı? Bulmayız mı? Allah sayılı Allah tohtağın öyle şey yaparlar. İkincisi, ahırda minayi masuyu yetahri. Şunu şu protokolla koşkanı da söyledi. Hükümet bu masalanı çeçer de karak turmay. Vahit Efendi. Geri git şunu yeteyim. Bizim özümüzü bana şey sopsini inisiyatifi davayti sazdadin ekspertli grupu iz kompetentnih profesionalu pus ani teçenye trех четырех месяцев или полгода как это получится состави программы реформы села в Дагестане пусть будет это наша инициатива вот. Şu dokument etilgen zamanla biz harimi orçuyu aitip durmayacak mıyız? O yetişmek, bu yetişmek. Biz hükümet alına program nasıl olacak mıyız? Buna hana. Yetişen zaten turdaşırız. O dedi o konstruktivizma. Kveliku musajalenyu. Ni tengiku. Ni sovetu narodum. Ni kakun organizasyon. Ne hvatay.
мудрые говорили наши комнаты. Прежде чем победить какому-нибудь делу, надо победить собственные недостатки. Вот что бизнес ичибизде кыйылып адам озмай туруп, биз алардан үстүнлүк алмай туруп, биз көп форумларга, көп жыйылууга жыйылып сөйлөп турачакбыз. Кумакта эшитмемиш болуп турачак, а халк булса кыйылыкка тарап турачак. Келиги шулай конкрет иш, программа салып, ишине басты деп барасыз. Көп болот. Есть предложение прекратить выступление. У нас еще работы много впереди. Если нет возражений, слово представляется для оглашения Елизаветского гражданского форума Афанасьеву. Не обижайтесь, я демократию не зажимаю. Если кто имеет текст, передайте нам сюда. Хабар Бламбит Тюркоймаев. Я вот резолюцию подготовлена она до нашего выступления. Я ее зачитаю. Все то, что вы предлагали решение, там предложение записано. Редакционная комиссия будет дальше работать. Но то, что есть, я пока зачитаю, возьму ее за основу. И хочу сказать два слова. Вот этот форум, он такой целевой. Он, конечно, вот очень правильные, очень хорошие выступления были, которые в общем говорили о нашей проблеме. Мы здесь его решили заузить. Чисто на земельный вопрос сосредоточить. Раз. Во-вторых, очень хорошее предложение насчет экспертных советов и другое, это серьезные вещи. Но мы решили пойти по другим путем. Мы сейчас несколько предложений предложим властям. Нам нужны действия. Реальные действия на местах. Действия, похожие на действия в Карамане, то, что происходит. Действия, которые похожи на действия, сейчас что происходит в Талгах. Люди должны действовать в связи с своим правом, а потом уже показывать бумагу, почему он действует. Почему карманские события 3 года их не могут разогнать? Потому что они показывают, вот основание, вот наше право. Им сказать им нечего. Если у нас эти права есть, которые мы говорим, нам надо действовать. И всем, кто приходит, говорит, вот наше право. Мы вот поэтому делаем. И ставят перед фактом власть, как они ставят нас перед фактом. По-другому ничего не получится. Никакими правильными словами мы их не убедим. Нужны действия, нужны организованные на местах люди, которые готовы действовать в связи с тем, что мы говорим. Это очень важно. Потому что без действий здесь они привыкли к нашим словам. Мы самоопределение кумыкского народа делаем. Ну и что? Они привыкли к нашим вот таким собраниям. Мы словами вместе с действиями потом опять разговариваем. Вот я читаю резолюции, как мы сейчас видим. Резолюция 3-го гражданского форума представителей муниципальных образований и сельских общин равнинных подгорных территорий Республики Дагестан. Заслушав и обсудив доклад доктора экономического профессора, члена экономического совета при главе Республики Дагестан Алкылычева «Проблемы использования земель сельскохозяйственного назначения в Республике Дагестан», а также выступления и поступившие предложения 3-й гражданский форум представителей муниципальных образований и сельских общин равнинных подгорных территорий Республики Дагестан рекомендует снять на рассмотрение вопрос по переводу земель сельскохозяйственного назначения в частную собственность. Решение об этом может быть принято только на основе итогов нового всенародного референдума, как и определено в законах о референдуме РФ и РД. При этом население должно иметь возможность активно участвовать в осуществлении земельной реформы через структуру местного самоуправления и гражданского общества. Отменить принятые с нарушением законодательства РФ и РД все нормативные акты, касающиеся использования земель сельскохозяйственного назначения. Возвратить все земли отгонного животноводства в ведении местных муниципальных образований на административной территории, которых находятся, без возможности вывода их из сельскохозяйственного оборота. Отменить все законодательные акты Республики Дагестан по передаче земель сельскохозяйственного назначения, в том числе земель отгонного животноводства, в субаренду. Создать на местах совместно с надзорными органами РФ и РД рабочие группы из представителей муниципальных образований и сельских общин для проведения комплексной инвентаризации земель отгонного животноводства и проверки их целевого использования, а также учета скота поголовья. В случае игнорирования, вот главное это вывод, это все мы говорили, еще скажем, в случае игнорирования требований и предложений форума, мы в соответствии с Конституцией Российской Федерации приступаем к созданию общественного. Мы разговорами говорим, передаем инициативу и ждем. Опять ничего. И так уже с десятилетия. Нам нужно действовать в
тех действиях, когда мы знаем, что мы правы, что это законно. Вот люди в Талгах вышли, у них зеленка есть. Их пытаются выгнать, напугать, убийствами угрожают. Они вчера дали заявление райотдел Буйнакского района. То есть по закону человек вышел, ему угрожают. А как нельзя по закону тоже выйти у нас. Вот по закону надо уметь у нас выходить и бороться, и протестовать. По-другому мы ничего не добьемся. Можно. Можно. Вот когда резолюции, вот выступления, вопросами это можно, не надо было. Не обижайтесь, есть такой порядок. По сути, есть сейчас не порядок такой, надо его соблюдать. Пожалуйста, извините меня. Извините меня, ну что? Я по сути вообще резолюцию. Когда дойдем до этого, скажи, но не надо вперед. Есть предложение, вот эта резолюция, которую зачитали, принять за основу. Такой существует порядок. Принять за основу, потом принять со всеми предложениями. Кто за то, чтобы вот зачитанную резолюцию принять за основу, прошу занять руки. Устали вы, наверное. Вот. А, спасибо. Сейчас, подождите. Вот здесь поступили ряд предложений. Вот Салам Магомед Салихович сказал, до этого записаны здесь тексты. С этим учетом вот этих предложений, но потом группа, которая здесь у нас сидит, коллеги, привлечем еще кого надо, сделаем так в соответствии в рамках закона и включим. Вот с учетом того, что за основу приняли и того, что вот люди предложили, принять в целом. Кто за это предложение, прошу поднять руку. Не жалейте, выше поднимите, а то не принесли. Спасибо, подавляющее большинство. Не обижайтесь, я еще говорю, если у кого есть предложение, я готов хоть вагоном принять его. Но народ устал, уже с этим 3 часа, надо подумать, у нас еще один вопрос есть. Я скажу сейчас об этом. Уважаемые участники форума, все вопросы, которые у нас были намечены, они рассмотрены. Я благодарю вас за активное участие. Желаю вам здоровья и благополучия. Вы, пожалуйста, имейте терпение. Я сейчас объявляю закрытие этого форума. Но есть обращение Совета старейшин. Вы, пожалуйста, послушайте, человек скажет, а благодарю, кто из вас будет. Форум закончен, вот они там выступят, скажут. Это уже вопрос другой.